в принципе, я думаю, что неплохо сыграли. Самое главное, наверное, забивали в те моменты, которые надо было, да, забивать. В принципе, то, что нам и должно. Как то, что уже давно должны были делать, да, то есть как бы именно отрываться в счете, да, то есть владеть инициативой, вести игру. Вот, как бы хорошо сыграло большинство. Поэтому, я думаю, вот это вот основные ключи. Лучше всего, как показалось, со стороны сыграли во втором периоде, но именно в нем мы проиграли. Сегодня есть понимание, почему? Не знаю даже. Ну, мы пропустили две шайбы в меньшинстве, да, то есть, как получается, дальняя скамейка. Там где-то не успели смениться, там чуть-чуть на усталости сыграли, там... Поэтому, ну, как бы я не придавал значения, да, что именно по результату проиграли, потому что шайбы в меньшинстве пропустили. Так, в принципе, я думаю, неплохо сыграли второй период. Нормально. С большинством сегодня все получилось. Нормализовали игру при розыгрыше лишнего или это, ну, просто сегодня так случилось? Ну, я не знаю, я на самом деле в большинстве не играю. Там ребята, как бы, я думаю, работают над этим, постоянно наигрывают. Я думаю, все равно мы двигаемся вперед, да, то есть как бы мы... Что-то стараемся изменить, да, что у нас не идет, что у нас не получается. Поэтому, я думаю, это начало приносить свои плоды.